слишком розовая. Это прошлый сезон. Это слишком дешево. Это вообще не в моде. Как меня это бесит. О! Тут кто-то есть? Кто здесь? Эй, стойте! Вернитесь! Я пошутила, я люблю эти туфли. Посмотри на Хлою. Кажется, она сейчас уснет. Может, скучает по лучшей подруге? Сабрины вчера тоже не было на занятиях. А? Хлоя, что такое? Меня дернули за волосы. Я ничего не делала. Это не она. Это было какое-то невидимое существо, как эльф или единорог, но только без рога. Всем тихо, выполняйте свои задания. Ну вот опять началось. Ай! Хлоя, живо сядь! Не могу, меня бьет моя же сумочка. Хлоя, прекрати беготню по классу! Сядь на место! Успокойтесь, мадемуазель! Тики, надо уходить отсюда. Мадам, пожалуйста, можно выйти? Спасибо. Да, и мне тоже. Кто-то и правда имеет зуб на Хлою. Труднее будет выяснить, кто не имеет. Творится что-то очень странное. Пора перевоплощаться. Тики, давай! Блэк Когти! Портить репутацию моей дочери все равно, что портить репутацию мэра Парижа, то есть меня. Нападать на Хлою значит нападать на Париж. Мы найдем виновника, месье буржуа. Даю вам слово. Хлоя, дорогая, к тебе наведались особые гости. Леди Баг, я знала, что ты придешь меня спасти. Мы ведь такие хорошие подруги. Мне пришлось звонить всем самым известным дизайнерам. Представляете, моя дочь не станет носить одежду обычных марок. Это унизительно. Ты в последнее время ни с кем не ссорилась? Я никогда ни с кем не ссорюсь. Меня все просто обожают. Неужели? А как насчет твоей лучшей подруги? Сабрин, что ли? Ха, исключено, она меня любит. Я ее кумир. Здесь ваша дочь будет в безопасности. Может, этот враг невидим, но сквозь стены ему не пройти. Ты точно сможешь наладить мою жизнь? Все станет как раньше? Что случилось? Ты какая-то... Она что-то не договаривает. Все, что вы скажете, мы сохраним в тайне. Мадмуазель кое с кем поссорилась. Хлоя со своей подругой Сабриной играли в Леди Баг и Супер Кота. А я в тот день играл роль усатого шпиона. Усатого шпиона? Это выдумка, мадмуазель. Усатый шпион хочет, чтобы у всех парижан появились мерзкие усики. Да уж, а вот у котов они не мерзкие. Продолжай. Как я рада, Суперкот! Ну, конечно, я же само очарование! Ему не надо так говорить! Нет? Нет времени на твои дурачества, Суперкот! Надо поймать акум и злодеев, прежде чем они...
Кстати, а чего хотят злодеи? Хотим выиграть! Да, но что выиграть? Не знаю. А что они обычно хотят? Ну, разное. Леди Вай-Фай хотела узнать, кто такая Леди Баг. Злой Люстратор хотел отомстить девочке, которая над ним смеялась. Еще был Роджер Коб. Но злодей-бражник, который вселил в них демонов, хочет заполучить украшение Леди Бага Суперкота. Их волшебные талисманы. И что будет, если он их все-таки получит? Тогда злодеи победят. Я знаю, чего хотят злодеи. Нам нужны талисманы, и тогда мы будем всегда побеждать! Я достану талисманы, Леди Баг и Суперкота, а вы будьте паиньками, отдайте их сами, иначе вы супер-пупер пожалеете! Вам не получить наши талисманы! Да! Леди Баг и Суперкот опять выиграли! Так нечестно! Ты всегда побеждаешь! Это Суперкот с Леди Баг побеждают. А плохие ребята всегда проигрывают. Но ты не даешь мне играть за Леди Баг и Суперкота! О, не надо плакать. Возьми, выиграй за Леди Баг и Суперкота. Я могу даже отдать тебе их, если хочешь. Манон, я пришла. Как ты себя вела? Мама! Маринет не дала мне выиграть! Это нечестно, я обиделась. О, Манон, нельзя же все время выигрывать. Нет, можно. Леди Баг и Суперкот выигрывают всегда. Да, ну конечно, они ведь супергерои. В следующий раз выиграешь, Манон. Хорошо, а теперь отдай куклу Маринет. Нет, я оставлю ее себе. Пускай возьмет, отдаст, когда поиграет. Спасибо тебе, Маринет, но у Манон дома и так много игрушек. Я даже не знаю, куда их девать. Нет! Смотри, что ты сделала, Манон. Ну-ка, отдай. Прости, Маринет. О, пустяки, я пришью обратно. Ничего страшного, правда? Прости нас. Пойдем, Манон, пора идти. Скажи пока. Я хочу ту куклу! Нет, поиграешь с ней, когда придешь в следующий раз. Пойдем, Манон, попрощайся с Маринет. Пока. Привет, Алик. А? Кажется, оставила в студии на столе. Мамочка, я забыла рюкзачок. Скорее иди забери. Где он тогда? Наших героев надо немного подлатать. Манон, что ты... Я оставила рюкзак. Можно взять Леди Баг? Но твоя мама не разрешила. Она не узнает. Прости, но мне надо ее зашить. Ну, пожалуйста. О, пожалуйста, только не надо делать такие глазки. Ну ладно, можешь взять Леди Вай-Фай. А куклу Леди Баг можно? Подожди, Алик. Скорее, Манон, мне надо заехать на работу. Иду, мама! Надо же, эта хитрюга обвела тебя вокруг пальца. Что? Она не... Ты же знаешь, Тики, я не могу отказать этим... Кукольным глазкам? Радуйся, что у злодеев таких нет, иначе ты была бы беспомощна. Я здесь, злодейка! Я снова спасла Париж! Нет, нечестно, ты всегда выигрываешь! Хорошо! И говорим спагетти! Спагетти! Я буду на фотографии с Эдрианом! Я буду на фотографии с Эдрианом! Да, потому что это общий снимок, а вы с Эдрианом в одном классе. Так здорово, правда? Ну, если нас на фотографии поставят в одном ряду... О, подруга, ты смешная. Просто улыбайся, и что бы ни случилось, не забывай дышать. Я не уверена, что окажусь на фотографии. Нет, Джулиека, поверь мне, тебя не сглазили. На этот раз все получится. Я чувствую. Правда, правда. А
что за история про сглаз? Это началось еще в детстве. Когда меня фотографируют, что-то всегда получается не так, как надо. Это не так, Джулека, увидишь. Точно, мы сделаем все, чтобы на этот раз снимок получился. Только улыбайся. Спасибо, ребята, отлично. Итак, а теперь вы покажите мне свои белые зубки. Вы сядете на скамейку, только живее. Мне еще 16 классов снимать. Это точно. Их новый альбом — это нечто. Смотри, Сабрина, они на скамейке, как малыши. Деточки, только не забудьте вынуть пальцы изо рта. Итак, следующий ряд. Ты, ты, ты и ты. Встаньте на скамейку сзади. Так, одну секундочку. Я буду стоять во втором ряду рядом с Эдрианом, желательно в центре. Вот, мы одного ростом. Нет, становитесь на задний ряд к остальным. Да как вы смеете ставить меня назад? Вы знаете, кто мой отец? Он что, фотограф? Нет, он... О, жаль, мне бы не помешал ассистент. Скорее вставайте на место, или посажу вас вперед вместе с детками. Остальные становитесь в среднем ряду. Ничего страшного, Хлоя. Мы же все будем на одной фотографии. Отлично, вы просто молодцы. Теперь хватит вертеться, давайте фотографироваться. Извините, месье, вы забыли Джулеку. Ах, да, виноват. Встаньте в среднем ряду, рядом вон с тем блондином. Ты будешь в середине фотографии, в центре внимания, и больше никакого сглаза. Нет, что-то не так, как-то не смотрится. Конечно, не смотрится, я не на том месте. Итак, вы, перейдите, пожалуйста, вот сюда. Посмотрим. Прошу прощения, но в чем проблема? Дело в том, что куда его ни поставь, картина совершенно не та. Я не собираюсь стоять не на своем месте. Правильно, Джулека, не позволяй ей командовать. Хватит, мисс Буржуа, прекратите. Не лезь не в свое дело, ябеда. Мы не на физкультуре, Хлоя. Вы вот сюда, вы сюда, а вы сюда. Вот, идеально. Вообще-то не идеально. И я скажу, в чем причина. Я стою слишком далеко от Эдриана. Перестань, Хлоя. Еще много детей хотят сфотографироваться. Давай, Винсан. Скажите спагетти. Спагетти. О, как же так? Извините, надо поменять аккумулятор. Не расходитесь. Можно мне в туалет? Да, Джулека, поспеши. Мадам Бюстье, попросили не расходиться. Месье, экстренный случай. Сделай так, чтобы не вернулась. Угу. Мадам Бюстье, мне тоже надо выйти. Что ж, приступим. Нет, что ты делаешь? А где Джулека? Это ее место. Какая разница? Я наконец-то на своем месте. Покажите свои лучшие улыбки. Мы снимаем в последний раз. Постойте. Как тебе первый сингл с моего следующего альбома? Ты проникся, Боб? Убойно, да? Неплохо, Джаггет, неплохо. Но если ты хочешь сразить всех на повал, то, возможно, придется сделать дуэт с мистером Эксвайем.
Ни за что, он не рокер, он ребенок, наверняка даже не бреется. Альбом этого ребенка опередил по продажам твой. Это не говорит о том, что он лучше меня. Пенни считает, что я подлинная рок-звезда, она меня ценит. Пенни твой агент, а я твой начальник. Слушай, альбомы Bob Rock Records не могут быть на втором месте по продажам. Или представлять рок-звезду номер два. Работай, Джаггет. Сделай свою музыку более современной, измени имидж, создай новый стиль. Я более чем современный, я истинный рок-н-ролльчик, Боб, а не какая-то поп-звезда в памперсах. Я настоящий певец с подлинным талантом. У меня даже волосы настоящие, за это меня и любят. Правда ведь, Клык? Да. А то, что ты выдумал для моего нового альбома, трата времени. Серьезно, Боб, что это такое? Реклама парфюма? А вот народу такое по душе. А мне нет. Обложки моих альбомов всегда без прикрас, от них веет потом и кожей. Похоже, ты не понял. Если твой следующий альбом не будет первым в чартах, он станет твоим последним в Bob Rock Records. Я лучше вообще перестану выступать, чем спою в дуэте с каким-то жалким ребеночком. Боб, у нас с Джаггедом есть идея. Современная концепция не совсем отражает его грубоватый стиль. У школьницы, сделавшей мне эти очки, настоящий талант. Она меня понимает. Она сделает обложку для моего нового альбома. Школьница? Видите, то, что нужно. Она одного возраста с целевой аудиторией. Вот ее адрес. Ладно, но подумай насчет дуэта с мистером Эксуаем. Найди девочку, Боб. Ну, тебе это интересно? Стоп. Давайте уточним. Вы хотите, чтобы я сделала обложку альбома Джаггеда Стоуна? Моего любимого певца? Все верно, и попросил об этом сам Джаггед Стоун. Я принес несколько примеров, чтобы ты поняла, что нам нужно. Это не похоже на альбом Джаггеда Стоуна. Скорее, это реклама духов. Это стиль его нового имиджа. Современно, модно. Правда? Ого! А мне хотелось чего-то более... Нет, не надо. Вот что сегодня продается. Точно. И последнее, Маринет. Мы спешим, и нам нужен эскиз альбома к концу дня. Да? Ладно. Тогда до скорого. Моя дочь оформит обложку альбома суперзвезды, и она будет в стиле Маринет. Кия! Почему Джаггед Стоун захотел сменить стиль? Музыка XY такая холодная, чужая, скучная, обычная. Полная противоположность Джаггеду. И то, что я сделала, тоже совсем не в моем стиле. Тогда зачем ты это делаешь? Но ведь меня же попросили. Тогда слушай свое сердце и следуй своему чутью. Ты же слышала слова мистера Рота? Вот что сегодня продается. Да, но Джаггед Стоун выбрал тебя из-за твоего стиля. Все давят. Это провал. Ты супергероиня Франции, защитница невинных, борец за справедливость, не справишься с давлением. Мне нужен креатив и стиль. А это что такое? Да, насчет этого. Мистер Рот просил... Маринет — молодая представительница целевой аудитории. Она предложила концепцию, которая тебе и нужна. Это слишком похоже на обложку того YZ-а. Маринет, не слушай Боба. Сделай еще одну. Ну, в моем стиле. Да, конечно. Я не знаю... Ты моя надежда, Маринет. Твори смело и импульсивно. И это не обсуждается. Нет, погоди. Пойдем, Маринет, не переживай. Просто делай, как чувствуешь. Подождите, мы...